Но все здесь люди, которые находятся, люди, которые начали работать, С удовольствием перечислять имена своих коллег, вспоминать, казалось бы, самые незначительные детали, которые, однако, и позволяют создать наиболее полную картину художества. Как редко все эти повседневные события, у нас есть время для этого. И чаще всего лишь этапные события призывают обратиться к старым фотографиям, противопоставить прошлое вместе с будущим или же провести параллель. Квалифицированных профессиональных активистов, электриков, специалистов КПА, естественно, агрегатов, которые со временем работают, то есть в пределах статуса свободы, проводить установленные программы для средств. Или там другие ремонтные работы. Основные уже остались членами СМИ, но остались еще, как говорят, серединка вот этого возраста, это в пределах 30-40 лет остались. Тоже специалисты большие. Правда, мы сейчас стоим в резерве, но в любую секунду не запускаемся. Когда скажут, что это подарство, то есть выдают на весь город. Это самый главный объект. Вот это и тяжело, наверное, вот эта ответственность в этом только, что вот вроде считалось, что стоит цена готова раз, вот, надо запустить. И там где-то что-то маленький непорядок подводит. Но персонально всем высокоинвестированным,
а всегда у оборудования есть как бы такие ситуации, что можно какую-то операцию сделать, если автоматика так скажет, вручную, что-то можно сделать. Лишь бы запустить агрегат. Оборудование стандартное, мне не очень порадовало, потому что на других объектах это стоило. Все равно я говорю. А у нас показалось, что не очень. Только у нас появилось огромное новое оптическое, которое действительно можно появляться, которое работает бесплатно. И люди довольны, и надежность нам нравится. Сознак, это настроилось новое такое, да? Не особо не надо. Вот, например, еще член какой-то, как человек, который заканчивался в поле, и, как видимо, пошла, мама ее здесь работала, папа работал здесь на такой, видимо, как папа отца, Люда Михайловна, она собирала здесь, смотрю, на сука, она выглядит на работе, сегодня в курсе сам, на связи с такой. Она начинается со второго разряда. Вот здесь Иван Николаевич сам, как он считал, что они были учат, приходил на финансы подготовки. Опять же, оператора с лицевой газовой подростки. Еще одна постановка, что я не знаю, что это преподавание. У вас прекрасно. Я в службе, я говорю, что я с таким восторгом говорю, потому что это махтыры. Это молодежь. Возьму Богачука, Полежахов, ну, не молодой, не настолько энтузиаст, вот, ну, не очень коммуникабельный человек, очень подвижный. Любимый семья, ну, мужчина, вот мне нравится, 27 казан, тоже мужчина, просто профилился, вот, вот, ну, умный мальчик, вот, ну, ничего не могу сказать. И не работает просто одно удовольствие, если не надо работать, они понимают, что все. Начальник, я чувствую, что уже не судьи, а ну тут что говорит, тут он сразу пошел в работу. Мы сразу хорошо все. Потому что мы тоже работали с оператором 13 лет. Вот, и он начал со всем семьей. Потом старше нас, как человек лучше. Молодые энергетики всегда гордились тем, что в большинстве трудовых книжек указано только одно место работы. Добавляются лишь записи о повышении разрядов, о продвижении по служебной лестнице. В свою очередь, для каждого работника большую роль играет честь фирмы. Это особенно ярко заметно на конкурсах профессионального мастерства на звание лучшего рабочего на день достойно. За своих представителей болеет все управление, а успех становится и общей кодексом. Вот и Татьяна Березовская после победы в конкурсе профмастерства среди операторов Академии назначена мастером. Такое ощущение, чтобы Дмитрий Белов также из числа лучших рабочих на Донбасс-Рома 2004 года. В 2005 он вновь участвовал в соревнованиях, причем опять вошел в группу призеров. На участке газового хозяйства «Модема энергогаза» он сразу после окончания набрел страхов техучилища. Началась его трудовая биография в «День энергетика» в 1992 году. Он продолжает семейное дело. Здесь раньше работала его мама. Сегодня рядом с ним трудится и соревнуется его брат. После уверенного выступления на конкурсе профмастерства Дмитрий Белов назначен мастером участка. Он принял трудовую эстафету от своего старшего коллеги. Эти фотографии уже сегодня, а тем более через несколько лет, неотъемлемая часть летописи «Модема энергогаза». Наверняка в связи со следующей круглой датой истории коллектива руководитель вновь будет в затруднении, когда его попросят перечислить самых замечательных людей, как это сложно было сделать в год 30-летия управления Владимиром Колосовым. Конечно, мы тогда должны первого поведения, Семен Федорович Колохов, Андрей Федорович Фарбей. Вот у Ищуков стояли и письменный Иван Трофимович, который был очень понятен в Ангаба, и Целихин, и Бандуркин, в Панкадах был, Александр Яковлевич, и Колушев. Был и Остафьев Николай Николаевич, потом, который ушел уже на пенсию из НГПУ.
Был Костлев Дмитрий Иванович, который был в ныне начальником участка. Корнилов Вячеслав Васильевич, начальник водозабора. Его жена Корнилова Валентина Федоровна, она работала оператором котельной. Среда Лилия Михайловна, ну, наверное, так сказать, вы ее уже так, еще и зрительно помните, что она наш орденоносец, часто, так сказать, она, так сказать, общалась и с корреспондентами. Санников Иван Николаевич, Фатахов Раис Асхатович, Тепушин Александр Григорьевич, Иванишин Василий Дмитриевич. Был у нас и Лузянин Тимофей Семенович, сейчас уже покойный, так сказать, ветеран войны. Такой очень неординарный человек. И Шилов Николай Николаевич, он тут недавно приезжал на 60-летие Победы. Ну, можно перечислять. Очень много людей. Черно-белые снимки, которым память возвращает краски. Свидетельства нашего времени в цвете. А что еще они подчеркнут в сегодняшнем дне, когда их будет рассматривать следующее поколение? Сегодня. Одно из отличий, которое появилось в последние годы, спортзал. Сегодня, кроме командных тренировок, бытовых видов спорта, которые входят в программу спартакиады на тренинг спорта, многие после смены не применяют заглянуть в грязные и тренажерные зоны. Пример службы теплоснабжения, пожалуйста, заразитель. Тренажерный зал оборудован в службе электроснабжения. В конце концов, стало недостаточно просто тренировок для поддержания хорошей физической формы, ради собственного здоровья и удовольствия. Появилась идея в честь 30-летия управления провести соревнования между спортом. Большую роль в организации спортивных соревнований следует отметить нашим энтузиастам. Он прилагает много сил для того, чтобы искомплектовать команду и организовать соревнования. Очень интересно. Были сформированы три команды, определили 7 видов спорта, тех, для которых имелись технические возможности и свободное время на площадке спорткомплекса «Мула». А также набиралось достаточное число соревнующихся. Накал борьбы всегда должен быть сильным. Первым победителем спартакиады на выном аэрокате стала команда производственной службы теплоснабжения и участка ремонта и обслуживания электрооборудования и контрольно-измерительных приборов и автоматов. Многие отмечают, что очень активен в спорте и начальник этой службы Александр Яковлевич, перетонет волейбол. Год назад вместе с Натальей Зиндинской, оператором Катерины, они создали женскую волейбольную команду «Правильный», которая включилась в спартакиаду на выном спорте. Еще одни дебютанты – КВНщики. Летель инициатива в руках у производственной сумки теплоснабжения. Название команды они сохранили аббревиатуру ПСТ, но расшифровали ее как продвинутые суперталанты. А началось все с местечка на доске объявления. Приглашаем играть в команду. Ну, так решили, когда нас согласился. Ну, так как работа там смена, очень сложно. Согласно на репетиции, а битва была меньше. Битва была меньше, так больно было. Ну, в общем-то, хотели, все хотели участвовать. Мне разговаривали шутка, приходили другие команды, они пошли побеждать. А мы шли участвовать в Олимпийских играх. Последнее место, то у нас еще будет конкуренты серьезные.
производственный объект управления на данный приказ – это царство железа. Казалось бы, здесь должен быть преимущественно мужской коллектив. Однако очень много женских упал. Название «Леди на Донбассе», на Дыном Альбегас представляли сразу две претенденты. Все конкурсанты получили официальные рекомендации правкома и молодежного объединения. Кроме того, обязательным условием было высшее образование. Но все эти детали отступали на второй план, когда каждой претендентке на звание лидера приходилось оставаться на сцене среди конкурсантов одной. Порой по умению не позволяло выступить всеми своими талантами. Но во всяком случае, болельщики были надежной опорой своих людей. В общем же, можно абсолютно согласиться со сроками выхода шляпы. Залог того, что все будет окей, и благополучие семьи. В Доме культуры «Понедель» решили возобновить конкурс «Моя семья». Говорят, что раньше он пользовался большой популярностью. Но Дима Мердовас снова выставил свою команду «Семью Бутайчик». Хочется пожелать им семейного счастья, хочется поздравить дочери, с ним матери, поскольку у меня есть двое деток, хочется, чтобы они росли здоровыми, красивыми юношами и всегда любили свою маму, понимали, хочется пожелать, чтобы зять любил мою дочь. Хочется, чтобы тёщи так относились. В общем, всего, что есть на земле, то общего. Я хочу пожелать своей семье. Удивительные семьи и настоящие сердца. Интересные и яркие. Они пели и танцевали, разгадывали хитренькие коллекции, переживали соперников. А еще, влюбленные в свою семью, они делились не хитрыми секретами своего счастья. Один из главных – восхищение друг друга. В атмосфере праздника определить победителя оказалось непросто. Споры, подсчет набранных баллов, итог лучше признали семью Бугайчук, потому что они семья с большой буквы. Большие буквы и в кратком названии энергетиков на Донгазпрома – УНЭП, как символ качества, работы, сплоченного коллектива профессионалов и хороших людей. Это остается на все времена яркими картинками в памяти.